В эфире снова время новостей. В Кусе засыпали брешь в плотине. Уровень воды снизился почти на 1,5 метра. Дыру заделали бетонными блоками. Их понадобилось более 100 штук. В конце прошлой недели вода в реке поднялась почти на 40 сантиметров. Талые воды размыли грунт рядом с дамбой. Возникла угроза затопления 22 домов. Все эти дни сотрудники МЧС и подрядчик, который проводит реконструкцию плотины, проводили восстановительные работы. Воду удалось остановить с помощью бетонных блоков. Нам удалось за несколько дней, то есть это пятница, это суббота, это воскресенье, полностью ликвидировать размыв. Участвовал и подрядчик, участвовали и другие местные подрядчики. Засыпали промоину бетонными блоками и потом уже скальным грунтом. Дамбу засыпали также щебнем и землей. Понадобилось несколько десятков машин. На место ЧП привезли спецтехнику, экскаваторы, самосвалы, бульдозеры и передвижной кран. Специалисты в круглосуточном режиме отслеживают динамику уровня воды в пруду.